Крым выбрал Россию. Стали известны результаты референдума о статусе полуострова. За присоединение к России проголосовали 96,6% крымчан. К этому часу уже обработано 100% протоколов. Жители региона выбирали между расширением полномочий региона в составе Украины и присоединением к Российской Федерации. Свой референдум проходил и в Севастополе. Город имеет спецстатус и голосовал за присоединение к России в качестве субъекта. За проголосовали 93% севастопольцев. На референдуме наблюдатели отметили рекордную явку. В среднем по полуострову она превысила 80%.